большой привет! Спасибо, что заглянули ко мне на кухню. С вами Виктория. Сегодня готовлю салат из свеклы без майонеза. Готовится такой салат за 5 минут. Получается очень вкусный, красивый. Прекрасно украсит ваш праздничный стол. Для приготовления нам понадобится обычная свекла. Свеклу нужно предварительно отварить или запечь в духовке. Я делаю на небольшую порцию. При желании все ингредиенты можно удвоить. 250 грамм свеклы натираю на средней терке. Далее одно зеленое яблоко натираю на мелкой терке. Я взяла яблоко сорта Грани, можно взять любой сорт других кислых яблок. Друзья, если яблоко у вас такое же, как у меня, очень сочное, то лишний сок можно убрать с помощью ситечка. Затем 100 грамм чернослива. У меня чернослив уже без косточек и мягкий. Мелко нарезаем. Пятьдесят грамм грецких орехов мелко нарубим ножиком. Собирать салат я буду порционно, вот в таких формочках можно использовать также стаканы, бокалы или креманки. Также можно воспользоваться пластиковой бутылкой, аккуратно отрезать вот эту часть, и получится у вас порционная формочка, в которой тоже можно красиво собрать салатик. Первым слоем выкладываю свеклу. Все немного разравниваю и утрамбовываю. Яблоки я процедила и выкладываю вторым слоем. Яблочки придадут приятную кислинку нашему салатику. Каждый слой слегка присаливаю и немножко вот так утрамбовываю. Не очень сильно, но чтобы салатик хорошо держал форму. Третьим слоем выкладываю немного грецких орехов. Несколько орешков я оставлю на украшение. Следующий слой чернослив. Следом за черносливом выкладываем опять свеклу. Сверху я присыплю грецкими орешками. Заправка для салата у меня будет самая простая и очень-очень вкусная. В стаканчике или в любой другой емкости смешиваем 3 столовые ложки оливкового масла. Используйте те масла, которые вы любите. Желательно, чтобы это была смесь разных масел. Также я сюда добавлю 2 столовые ложки орехового масла, 1 столовую ложку бальзамического уксуса. Можно использовать любой уксус, либо сок лимона. Сюда же выдавлю 2 зубчика чеснока. Посолю, поперчу. Добавлю немножечко сушеного чеснока и добавлю вот такие специи для салатов. Здесь у меня розмарин, лук, очень много разных специй. Специи добавляйте в любом случае по вкусу. И все хорошо тщательно перемешаем. Далее убираем нашу формочку. Можно оставить салатик так, можно его украсить веточками петрушки, ломтиками лимона. Это все на ваш вкус. Перед самой подачей салатик обильно поливаем соусом. Очень рекомендую всем приготовить такой салат. Получается очень-очень вкусно, оригинально, красиво. И все из банальной свеклы. И довольно бюджетно. Если рецепт вам понравился, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Желаю вам прекрасного настроения, с наступающими всех праздниками. Всего вам доброго и до новых встреч! С вами была Виктория.